Друзья, всем привет! Съемка для канала «Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать». Канал обо всем, друзья, подписывайтесь на этот канал, будьте на нем. Вот, 14 апреля 2022 года. Из окна своей квартиры я веду съемку. Скажем так, услышал на улице шум. А это, оказывается, шум дождя. Дождик сейчас идет прям замечательный. Вот. И здесь большие ручьи. Я бы показал, да. Не видно будет, наверное. Но то, что дождик идет, слышно. Прям слышно, как падает снег. Снег тает. И те островки, которые остались, снега и льда, я думаю, завтра их уже не будет. Ждем. Ну, немножко осталось. Деревья зацветут. Распустятся почки. И природа живет. Вот. И думаю, что то, что у нас сейчас в стране творится, но мы ждем перемен к лучшему. Друзья, еще раз я напомню, что мы находимся на канале, ведется съемка для канала «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять», канал обо всем. Друзья, подписывайтесь на этот канал, будьте на нем. Благодарность людям, которые подписались, смотрят и поддерживают канал. Берегите себя, своих близких, не болейте. И до новых встреч на канале. А лучше торговать, чем воевать, друзья. Всем большое спасибо. До новых встреч на канале. Всем бай-бай.